и Яндекс. Яндекс Игры. Интересно, есть ли там годные игры или же адекватные? Сейчас я это как раз узнаю. И вот здесь попалась такая вот интересная игра. А также я вот кое-что нашла. Сердце на эту игру. Смотри, ты, смотри, что-нибудь, все такое. Ну и сейчас мне интересно, что это за игра. Ты, маленькую рекламу. Начать. Разыграй папу. Тут такое дело. Ну-ка. Что? Я ударила того. Я навела аккаунт, да. У меня исключили школу. За что? Я украл пиццу в буфете. Спалил школу. Дишка. Мы тебя плохо кормим в розыгрышке. Не пугай так. Вау! Продолжить. Ярик. Что подарить? Что будем Глебу на Новый год дарить? А что дарить? Может, ничего? Он же нам вдруг, ладно, пока подарим танк. Танк подарок настоящий, конечно, я знаю, где он продается. А сколько денег надо? 1,2 миллиона. Давай все-таки игрушечные. Эх, ладно. Чё парень? Бертек, сказик сидит. Провод. Ты кто? Боже. Красавчик на мотоцикле. Конь в пальто. Вау, ты крутой. А еще своя квартира Рублевка. Рублевки есть. Да, так познакомимся. Мне всего 15. Возраст всего цифр. В смысле я не буду носить? Быстро стереть. Платон. Давай я замутим какую-нибудь грязь. Например, слив цифры и пойдем. Мне понравилась игра, наверное. Ну, только, скорее всего, все знают. Не удивлюсь, если какая-нибудь другая игра. Играть. А что делать? Смотри, все. Окей. Посмотрел, кто что-то не сверху, не снизу. Ах, его не видно. Вот, сверху. Мне вот сюда, не здесь. Если что-нибудь на наклон будет, все нормально. Мне кажется. К сожалению, по-другому не могу. А что он зеленый? Ну ладно. О, а игра вот в груди и ботку уровень. Да, секунду. Почему не рука дрыгает? Что в зеркале? Найди цыпленка. Помой машину. Все, по-моему.
очистить зеркало. И все. Буратино, откуда ты здесь? Вообще что-то не нравится, что-то не так. Рыцарь что-то спрятал. И все. Она несчастлива. Пойдите в Париж, она несчастлива. Почему не понял, да? Похоже, весы сломались. Не может быть. Так и не отдали мой знак зодиака. Интересно. Что же внутри? Вау, деньги. А все фоничные. Стопущий снег. А солнце? Солнце сфокусировано. Фото изменилось. Нет, это не фото. А поменяй чехол. Так это не чехол. Телефон. Яблоко, вау. Ногти выглядят неприятно. А что, обычные ногти? Что это за ногти? Почему красный? Почему белый? Зеленый? А почисти яблоко. Ну, кажется, все нормально. Можно его запрячь? Давай. Кольцо надо почистить. Одержание кольцо. Ладно. Что он скрывает? Это Спайдермен. Вау. Ведь, а почему? Почему не держит? Где кота? А мне держит. Все нормально. Расширь реку. А все равно шла у меня сюда. Ну, Варя будет. Разбуди его. Спасибо. А, ну это я по утрам обычно. А, спаси рыбку. Деньги. Помоги перейти дорогу. Вообще здесь два горит. Ладно. С собой что-то не так. Ну, конечно. А сердце можно обратно. А что случилось? Это же енот жарит еду. Что в портфеле? Ай-яй-яй, какой-то похудевушка. Что журна? Кто журна нынче? Очень поняла. А почему она грустная? А. Понятно. Сильно веселая. Чуть непонятно пока что. Ничего абсолютно. Так, а что в кустах? Военные. Лечу. А как я его лечу? Собака хочет на улицу. А где собака? Помоги. Откуда стул здесь? А кто-то внутри. Вау. Это кто? Мамонт и чел какой-то.
Просто в смысле я стираю, что не так. Чего не треснет? Где же стерлась? Все? Как он сбежал? Вау. 10 секунд уже мало. Почему? Бабл Старс. А это не Бабл Класс, это Бабл Старс. Что дальше здесь? Здесь арабские кошки. Это что? Что это? Американские горки. Что здесь? А что здесь происходит? В смысле? Ничего не поняла, что это такое. Здесь нет практически ничего интересного. Буква рок и музыка. Что? Это нормально? Смотри, запоминай. Что в смысле? А что делать? А не ежить? Это выглядит нормально, но иногда странно. Смотри, я запоминаю. А здесь реклама, ну, практически на каждом шагу. Скажи, если это реклама этой игры. Реклама в этой игре, вау. Что ты хочешь? Волосинку. Да, сейчас нарисуйте волосинку. Возьму цвет. Здесь какие-то красные. И нарисую вот такую тебе волосинку. Да. Все отлично. Там 100% вот так вот обычно. Вот, например, женщина. И нужно нарисовать вот эту стрелку. Так. Вот так вот они ее обычно рисуют. И тут как будто вот такие вот руки, рожают, все. И они ходят недовольны. И, вот это, смотрите, всегда. Обычно от рекламы. Они берут... И вот так вот, так вот делают, дрожит рука. А потом они нажимают сюда. Как это можно вообще оценивать? Не знаю, что кому-то понравится. Усы. Они просто, они обычно так делают, вот так вот. Усы рисуют. Я обычно как-то. Как-то можно оценить? Ну, примерно у них такой вот. Опять это же. Сердечко.
Такое щавное рисуете сердечко. Там так-то обычно вот рекламу сюда делают. И контуры, да. Да ё-моё, что такое реклама? Не думаю, что это можно оценивать. Хорошо. Это мадемуазель. Ну, мы хотим. Ага. Сейчас нарисую, постараюсь уже. Я же соплюсь. Нет, шикарная молния. Да нет, шикарная молния, понятно. Почему я как лошади так делаю? Что это? Что это? Это меня завораживает начинать. Если честно, вообще нету желания. Но надо. Дальше. Мне он нравится. Опять эта женщина. Американка, значит. Ага, еще нарисуйте доллар. Вот такой вот. А еще? Да, блин. Ну, почему я другой цвет? Красный вот такой тут. А совсем вот нравится. Вот так вот все ужасно. Вроде. Тут все спортивные. Вот так вот получается и доллар. Вот его. А вот сейчас беру красный. И так вот. Его не должно быть. Да. Вот смешно. Блин. Все. Что это? Тамагочи. Чудо. И здесь битва прядищиков. Прядищиков. Необычное название. Какой ты роблоксер? Я все знаю. Какой же я роблоксер? О, не. Что ты? Это вот реально... Дальше. Роблокс. Выбери любую подборку вопросов. 4. Самый известный ютубер, который снимает в Роблокс, это, конечно же... Такой в тайкунах ты обычно строишь дом. Пытаешься покинуть в чужой дом. Ну, обычно строили. Он давно не играл. Как-то прочитать из прячешься, если тебе обычно находят. Скорее всего, сам первый, ищу, или вот обычно находишь чернокожие. А типа, где прячешься, нам нужно терпеть игроков больше. Это портит ли ваши рисунки? Игроки в такой игре
сам? Нет. Постоянно. Я никогда не беру чужие рисунки. Я рисую красиво. 25 вопросов. Короче, я, наверное, инстинктивно. Все нормально. Так, оп. Я разбудила по этому газу. Уже 16, 17, 18, зелок. Ты читер-боксер. Офигеть. Всегда хотел быть читером-роблоксером. Я же не знаю, кто это. Господи, надо поиграть. Это страшно выглядит. Очень страшно. Рика продвинулся. Так, нормально. Просто напомнил. Что? Что? О, Господи. Господи, как это ужасно. А зачем мне... Бушная сера? И что это? Это что? А что делать? А зачем меня? Ну, не сделай, что теперь? Еще растут волосы. То есть я мою чужое ухо. Зеленая штука. Да. Давай ты. Загрузка. Я сейчас. Я дошла до этого момента. Наконец-то. Здесь. Нужно опять все собрать. Там дело становится и появляются пиксели. Ура! Так, а как он слышал тогда? Страшно представить. Нет! Не будет появляться.